опоздала? Не могла свою любименькую куколку найти. А ты чего опоздала? Не могла долго решить, какую Бонню взять с собой. И взяла все. Привет. Привет. А я вижу, ты тоже опаздываешь. Да-да, проспала. В единственном будильнике в доме батарейка села. Теперь ждем зарплаты, чтобы новую купить. А что, у вашего петуха тоже кукарекалка села? Так это петуха мы еще 2 недели назад в супе съели. Ну и как ты теперь вставать будешь? Так придется в соседней комнате спать, чтобы соседского петуха слышать. Так а ты че опоздала? Да как всегда, в пробке 2 часа простояла. Так эти пробки постоянно. Может быть, бы на семейном вертолете в школу летала? Да наш пилот уже 2 недели как на больничном. Теперь придется на час раньше вставать, пока наш пилот не выздоровеет. О, привет. А смотри, что я умею. Ой, это моя была последняя куколка. Чем я теперь буду играть? Вау, сколько тут много поняшек. Эти пони какие-то маленькие, не гриву расчесать. Падают постоянно. Фу, надоели уже. Прошу маму новую. Ты что, разрядился, что ли? Супер. Мой любименький пончик. Какой вкусненький. А можно на добавочке? Он такой вкусный. Фу, что это за борщ такой жидкий? Еще и без мяса. Фу, не буду. Почему в садике не дают суп с морепродуктами? Борщ я не люблю. Ешь борщ, это тебе не ресторан. Фу, не буду. Придется аж до вечера холодной ходить, потом дома отъедаться. На чай хватает. Так уже и булочку могу купить. О, так это целая сосиска в тесте уже. Круто. Алло, это ресторан азиатской кухни?
А вы еду в школу можете доставить? Хорошо, тогда давайте мне рамен тай эбби, тай из тофу. Давайте мне лимонад огуречный. Хорошо, только давайте быстро, чтобы успели до большой перемены. Хорошо, давайте, жду.